Нуис. Не на этой планете, получается. Внимание всем бойцам. Нет, на этой. Мы обнаружили ловушку Красная война, компания, да. Да. Рядом с нами. А, вот. Странно, она у меня почему-то не отобразилась, когда тап нажал. Не важно, да в смысле? Сказал да А, говори Б. А ты считаешь себя умственно отсталым, когда не понимаю, о чем идет разговор. Какой призрак? А, ну копили. Нафиг. Тоже нафиг. Я, конечно, прошу прощения. Сейчас. Это можно и в загрузке сделать. Нет. Да. Вот. Так бы сразу. Будешь ждать. Понял? Буду я ждать. Буду. Ну чё, рассказывайте, как у вас дела-то там, ну? Кто чё делает? Кто, точнее, кто чё делал? Да. Кто чё делает, это и так понятно. Смотрит стрим. А может, и общается, ну, в Дискорде. Смотреть стримы и ещё что-то делать. Не, ну это понятно, но... Как бы я-то главнее всего. Ты, в принципе, это, когда будешь стирать, можешь такому, бросить стирку. Такому, блядь, ЧСВ даже Тёма позавидует. Ты, когда стирать будешь, нахрен стирку, давай стрим смотри, ну. Для кого я делаю контент? О, еще один ЧСВ растет. Да в смысле расту, я уже вырос. Главное про ЧСВ все заметили, а как у кого дела и кто что делает, никто не заметил. Да. Чё сразу ЧСВ-то, ну? Просто царь. Просто бог, чё ЧСВ-то, ну? Все же нормально, нормально общались. Сразу ЧСВ, хорошо дела. Ну вот, видишь, Лаценто умеет общаться. Не важно, что он до этого меня ЧСВ назвал. Чё, все, да, мертвый чатик? Понятно. Мертвый чатик. Понятно. Не любите вы меня, да? Ясно все. Я тут стараюсь, жопу рву. Мне кажется, охуел, да. Да в смысле, блин, я охуел, ну? У меня кнопка не сработала. Такому ЧСВ даже Тёма позавидует, я тебе отвечаю. У меня кнопка не сработала. А, ну да, у тебя же ЧСВ. С не работало. Видишь, на это, на ЧСВ это заработало, нормально все. Да чё охуел-то, ну? Ань, все же было нормально. Все же нормально было. Чё охуел-то сразу? Приличнее себя веди. То куда еще приличнее? Где это видно, что бог вел себя прилично? Ой, блин, вот вы юмористы, конечно. Ведь понимаешь, 6 онлайн даже покурить не отойти. А, уже 4 онлайн. Ну, бля, ну не бог, ну. Ну чё сразу 4 онлайна? Вот, всё. Да в смысле, ну? Спустили тебя на землю. Не, ну чё, нормально же общались, ну? Чё сразу ЧСВ? Чё сразу 4 онлайна? Ребят, нормально же всё было. Да блин, ну не нравится мне чёрт. Я могу, конечно, сейчас пошутить про нормально общались, но... Ладно. Нормально общаются только с твоей мамкой. Опа! Опа! Ну надо же, шутки про мамку. Да. Бля, надо было твой спад врубить. Пдумц. Да, да.
Саундпад. Не путай. Войс. Саунд. Войс. Ну ладно. Жди. Ой, иди нахрен со своим саундпадом. О, все. Че, новая цель? Я добавлю. Угнать корабль, стой. Блин, если 6 онлайн, ты бог, то что будет на 7 онлайна? Да в смысле? Ну я же сказал, все, не бог, ну. Нормально же, говорю, общались. Сразу ЧСВ зажрался, фу, байтит на доната. А, понятно. Еще и кривой, блин. А ну стоять там. Ага, мизал, да? Самое то. Ой. Я, конечно, прошу прощения. Да. Но я к вам залезу тут, да? Да. На посадочной площадке остался лишь один корабль. Должно быть, это корабль Тумаса. Доберись до него, пока не поздно. Опа, привет. Турели какие-то. Новое, да. Бегает там. О, а, все, погнали. Meet or fit. Пиздим корабль. Там это глазик. Да похуй. Согласен. Кау. Иди нахрен отсюда. Иди туда же. Чё, всё, да, чатик умер? Угу. Понятно. Ну, конечно, от такого-то ЧСВ. Ой, да ладно, ну. Нормально же все было. Что начинается? Ну. ЧСВ, ЧСВ. У меня было у кого учиться. Вот и все. Понял. Просто мастер. Себе оставь. Нет, ну девочки, понятно, типа, прибежали, свидели и убежали. Ясно. Путь свободен. Теперь подведи меня к кораблю Тумаса. Да в смысле? Сейчас мы его позаимствуем. В смысле подведи? Я. Я. А. Я. Е. Прикрой меня. Нужно выяснить, как это работает. Защищай корабль. Окей. Да вообще без Б. Ну, висят сверху. Ой, бежи там уже. Гудят. Да, дальше. Ага. Я сбоку. А, я понял.
Да. Ага. Димон! Угу. Здорово, Димон. Ты там отбиваешься? Да. А просмотрится там пятеро. Гранат новый. Привет. В отличие от некоторых, привет. Страж может управиться с вражеской техникой. Эй, этот телефон... Располагайся, будь как дома. Мудрёный. Снимай носки и бегай без трусов. Теперь они у нас здесь. Да в смысле? А, нормально. Окей, я понял. О, прилетел. Кто? Крупный? Да, он на корабле, на корабле. Босс. Сферка. А, сфера улетела. Да господи, ну. Тупо ступят. 6 онлайн. Ну все, возвращение. Все, да? Девочка. Да выеживался. Ну. Еп. Поехали. Улетели. Лети. Вся надежда на тебя. Уничтожь орудие всемогущего. Положи конец угрозе, нависшей над миром. А мы тем временем подготовимся к решающему сражению за город. Песенка Гоула спета. Что-то я сомневаюсь, что это конец игры уже. Нет, конечно. Не, видишь, типа, песенка Гоула спела. Спета. Сейчас, блин, еще как минимум 3-4 локации должно быть. Так. И что у нас тут интересного? Ничего. Че, тебе, кстати, вообще ничего не дали? Мне? Угу. Вроде нет. Понятно. Хотя со снайперкой побегаю пока. Или лучше пистолет. Плановый, да. Не, давай я пока с пистолетом. 6 онлайн. Ух! Ух! Это, конечно, хорошо, да. Это хорошо. О, ножки новые. Ты где взял? М? Где взял ножки? Какой? Ножки, блин, свои. А, они мне выпали. Я же тебе говорил вчера. Угу. С этих контрактов. Так, а 12-й это у нас шо? А хер его знает. Понедельник. Нормально. Так что, с контракта выбил, не? Mm-mm. За уапани репутации. Отряд завала окружил город и готов к наступлению. Но прежде всего мы должны обезвредить орудие. Так что жду твоего сигнала, напарник. Белочка, белочка. Получилось. Мы на всемогущем. Это мы где? Отлично. Необходимо пробраться к центру корабля и обезвредить его боевой комплекс. Лучше всего на корабле, на их. Нормально. Я уж думал, город грез. Сижу уже, радуюсь. Мне кажется, он потом откроется. Что-то я уже вообще сомневаюсь, что он по сюжетке. А? Что-то я сомневаюсь, что он вообще по сюжетке откроется. Оружие.
уже активировано. Да, и по факту я тебе сейчас очень много опыта даю. Еще нет. В смысле? Я же, ну, усиление включил. Так оно разве на такие миссии работает? Да. Мне сейчас опыта больше дается. Вот пихает, бегает. Пихунди. Нормально. Мощная у тебя такая способность. К нам гости. Ау. Может, мне кажется, его просто пробежать? Ну да, типа, ждать, пока мост перевернется и бежать. Я, конечно, люблю. Здравствуйте. Гостей. Можно к вам запрыгнуть, да? Да. Но желательно, чтобы гости были, так сказать, по приглашению. По ногам нахрен. Что ты, кстати, новый меч-то не выбил себя? А? Новый меч не выбил себя? Наши силы прибывают к городским стенам. Сейчас посмотрим. Атака начнется по твоему сигналу. Это вроде нет. Нет. Это же контейнер. Сундук. Откройте сундук. Yes. Да, там справа бочка лежит такая, похожа на сундук. А. Это не да контейнер. Я понимаю. Тот туннель должен привести нас в сердце корабля. Оу, oh май. А что тут камни делали? Да в смысле, чё? Добывали. Тупик. Можно пробить путь буровыми машинами. Теперь понял, что тут камни делают? Кажется, топливом Красному Легиону служит целая планета Меркурий. Нормально. Хищническая эксплуатация Солнечной системы? А это впечатляет. Я, конечно, прошу прощения. Нормально. Он радиоактивен и нестабилен. Не стоит находиться рядом с ним слишком долго. Зарядил. Поехали. Я на воротах. Прокатился. И что делать? Ну, походу ждать. Если уже не все готово. А, туда нельзя. Отойди. Ты типа остановил весь процесс? Угу. А, нормально. Чё, чатик опять затих? А, чатика никого нету, я понял. О, люди. А вот это уже обидно. Ну, подходи сюда. Бум. Спасибо. Чего, спасибо? Ну, подходи сюда. Бум, и я загорелся. Да. О, там босик.
Come to me, my little friend. Нету. Сейчас. Понятно. Долго думаешь. О. Завала. Команда на позиции у периметра города. Так точно. Приготовиться к тишине по всем каналам. Красный легион не должен о нас знать. Да ну серьезно, не должен знать, мы тут вырезаем их, да? Угу. Не, ну вы тихо вырезайте, но... чтобы не заметили. У вас там грохоты всякие, взрывы стоят. Да. Но они не должны вас заметить. Что ж, единственный путь к нашей цели лежит там. Ну, классно. Ау. Держись в тени. В тени. Да, радиоактивный дождь. Я, пожалуй, это побегу. Ты, кстати, этот Warcraft 3 будешь ремастер покупать? Не. Не любитель? Mm-mm. Понятно. Насилуют. В смысле? Ну, Мидзуки. Персонаж издает у тебя. Это да. Да, броню пробили. Ну, а что ты изи? Блин, нет, смотрится классно, конечно. Ну-ка. Да. Причем тут этого дождя нету. Да. А, ну-ка, стой. А такой так. Сейчас он там идет. Да. Вот сюда отходишь, вот, его да, нету вот уже. Тут, вот тут есть. Отойди сюда. Тут нету. Ага. Нормально. Ну, ради оптимизации. Блин, ты мне ноутбук починил. В смысле? Все? Наши пути нормально? Буковка С работает, все заработало? Наша помощь тебе не нужна. Если мой ну, я рад, поздравляю тебя. Я уйду счастливой. Видишь, не зря пришел. А может ноутбук, знаешь, такой, о, братан, может, ну не надо его смотреть, ну пожалуйста, я, короче, это, починюсь, только не его. Да. Вот сюда, или куда? Нам наверх. А-а. Блин, наверх и отжал только этот прыжок. Ай, обидно. Ты волшебник. А, не я. Это все твой компьютер. Они мимо меня бегают. Да, на меня тут полетел. Да, я рад, что у тебя все хорошо. А, как ваши дела, Кусенька? Да, не поменялись. Кузька. Мы тут выяснили то, что у нас этот... ЧСВ. Да в смысле? Новый объявился. Все, я молчу.
Идите стрим сами, я буду чисто запускать, сами идите стрим нахрен. Я не мастер прощальных сцен. Сделай то, что требуется. И смотри, там не помри. А то, кто ух ты, вот, кто второй со мной сидит. Ну все, 6 зрителей, и все, бог. Видишь те трубы? С их помощью мы достигнем ядра орудия. Так, не, молчать как-то скучно. Ловите. Нормально, ты так бросаешь. Ай, жить. А, это что такое было? Да, в смысле? Босик? Мини-босик, да? Да. Где? Мини-босик, ну вон, белая броня. Это опять, который слепит. Ой-ой-ой, я, по-моему, сдох. Или живо. Ну, не надо. Не надо. Есть, я живо. О! Легендарочка. О, Олега. Шлем. Здрасте. Вот шлем мне нужен. Сразу ЧСВ стример, стример сдержался, да, понятно. Да. Была, не была. Ну, погнали. Ух. Летим. Не, ну красиво, блин. Вот из этого бы сделать. А, вниз посмотри. Че? На ноги свои. Ну, вижу, и че? У меня у меня, скорее всего, из-за поля зрения я вижу, короче, это, знаешь, как туловище отделено от это, от ног. Блин, вот из этого бы сделать гифку, принцесса обиделась. Да не обиделся, ну. Вот заладили, стример ЧСВ обиделся. Никто не обижается, ну. Чего вы начинаете? Я молчать буду. Они что, хотят, чтобы мы все тут взорвали? Понятно. Так, ты эту хуйню занял, что ли? Да, вот это еще одна есть. А, ну типа вызвать. Да, никого не надо вызывать, сами придут. Серьезно? Да, как? И стример не чистый, вот. Хоть кто-то понимает, понимаешь? Вот Сэн, ты мой дорогой, ты мой родненький, все. Я тебя это модером сделаю. Ты прям красавчик. Лучший. Вызывай нового. О, нихрена она ускоряется. Так я про это и говорю. Тупо торпеда, знаешь, такая. Да. Бум, сбил чувака. Не, ну а че они стоят? Сбивать, сори. Их можно сбивать. Это я знаю, да? И они дохнут. Выведи их из строя, и оружие перегреется. Кого? А, вот этого? Давай, стреляем. Один есть! Минус один. Где второй? Ну, у нее ускорение хорошее, начальное, а потом говно. Ну, нормально, не знаю, мне нормально. Единственное, что врезаюсь, это обидно. Второй готов! Последний должен быть у ядра! Ну все, погнали к ядру. Я твои ядра взорвал. Пойдем. По идее, вот оно. Это лишь по идее. Ага, хрен. Так нет, вот оно, правильно. Говоришь, что ли, ну? А, ну правильно, вот, да. Просто поближе подъехать надо. Спасибо. Я всегда верил. Тебя. Надо остановить работу ядра. А, не в ту сторону. Да ты говоришь что?
Это получается, я подлезал? Нет. Хуя, я его запульнул. Нам вовнутрь. Вовнутрь? Да. Вовнутрь? Ну, побежали вовнутрь. Ай! Жопа горит. Ай! А теперь свалим, да? Я подогнал наш корабль! Беги! Беги! Все, все, погнали нахрен отсюда. Завала! Орудие уничтожено! Начинай атаку! Что-то у меня жопа подгорает. Да. Ну тут с периодичностью. Угу. Давай еще раз кусь. А, так, гермезовушка, хорошо поиграть, провести время. Куда прощаться? В ДЖ еще встретимся. Вот так вот, да? Ага. С маленькими шуры-муры крутим, да? Понятно. Смотри давай. Я смотрю. Молчи, точнее. Нормально. Чувак, здорово. Молодец, полковник. Нормально. Уже седьмой? Да, кому нужен свет, когда у тебя есть пернатый друг? Я прав? Ты знаешь, что я прав. Я прав. Я. Кузька. Ты давай не, это, не нарывайся. Сам не цыкай на меня. Ага. Не цыкай. Да, в этой точке я установлю телепорт. Завала и Кора уже на своих позициях. Завала, мы на позиции. Как и мы. И Кора, можешь начинать. Есть. Сейчас рванет. Бум. Ну все, погнали. А почему мы так не можем? Потому что нам стрелять надо с глайдером. Бум. Наш выход. Мне как отвлекающий. Завала, мы подъезжаем. Я не нарывайся, сам не нарывайся. А? Нормально. Big fucking gun, да? Угу. А ты силен. Угу. Чпоник? Угу. Почему я всех стражей нахожу на земле? Где Кейт? Ну, ща увидишь. Угу. Если он следует плану... Следует. Должен быть. Мы поможем вам с Икорой подняться наверх. А где мы? Так, новый план. Я займусь этим, а вы идите. Икора, Кейт на месте, я скоро буду. Удачи. Страж. О, я видел, да? Улыбнулась там. То ненавидит, ненавидит стража, а тут да. Опа, стража назвали, сразу улыбка на пол лица. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Миссия 1 АЕД. АЕД, блядь. Я твой АЕД. Шатал, да? Да. Взрывал. Гоу, враг атакует город. В
всемогущий потерян. Потерян? Как это возможно? Уничтожен тем самым стражем, который как-то вернул себе силы и втоптал в грязь наши войска во всех уголках этой системы. Yep. Ты бы знал это, не теряй ты попусту время на общение с машиной и существом, которое якобы говорит с ней. Следи за тоном, консул. За тоном? Мы не можем достичь собачки цели, начали сраться. Эту силу и освободить команду. Впервые за всю великую историю Красного Легиона крах! И все из-за тебя и твоих увлечений. Посмотри на своего странника, Домина. Клетка готова. Время пришло. Возьми то, что по праву твое. Получи эту силу. Поэтому вот, видишь, это не конец еще. Скажи мне, глашатай, чего еще хочет от меня странник? Гол. Я говорю за странника. Но странник не говорит со мной. Хватит этой одержимости. Ты уже был избран не какой-то мертвой машиной, а мной. Я выбрал тебя, когда нашел тебя. Помни, кто ты, что ты. Ты же кабал. Кабал не ждут милости. Ты возьмешь свет, исполнишь свою клятву и отомстишь за меня, как и обещал. Посмотри на меня, ученик. Посмотри! Я выполню клятву, мой друг. Я был, и свет будет моим. Да пиздился. А все почему? Не хрен лезть к собаке, когда она голодная. Да-да-да-да-да. Не, ну Анька меня прям расстроила. В смысле самый худший комплимент? Ну, самые худшие слова от мужчины. Как так-то, ну? Ну вот так. Везде прокатывало, а тут не прокатило. Я тебе говорю, ты многого не знаешь. Ведь у нас свои секреты, которые знает только 6. Полноценно. Вообще опупело. Не, ну как так? Я думал, мы это, а мы не это. 200. О, шлем подкатил. Ну все, у меня сила 253. Сейчас посмотрим, что мне подкатило. Странник. Да. Что это с ним? Завала, мы вернулись и готовы. А, готовы. Готовы, бомб. Страшно. Что-то не дропнулось. Мы в порядке, но вот странник. У меня всякие плащи, блядь, падают. Мы с Икорой выдвигаемся в точку спора. Кейт уже там. Перенесемся к страннику через телепорт Вексов. Если доберемся до него. Мы вас прикроем. С возвращением, Страж. Рада, что ты с нами. Красный Легион использует эти барьеры, чтобы заманить нас в ловушку. Чё-то не особо Я могу взломать сеть и отключить барьер на короткое время. Секунду.